Только что мы с вами проговорили про сварочные аппараты, про их плюсы, про их возможности. Кто не смотрел, вернитесь, посмотрите. Сейчас мы с вами немножечко также проговорим про сварочные маски. Пока проговорим только про Ресанту сварочные маски. Какие плюсы, какие минусы. Вот. И как, собственно говоря, выбрать себе маску для дома, для частного, так сказать, пользования. Вот. Маски у нас бывают полностью автоматически, как, к примеру, MS4. Вот такая вот сварочная маска. Здесь у нас нету никаких настроек, ничего не меняется, ни батарейка, ни аккумулятор. Все, купили, пленочки сорвали, одели на голову и варим. Все автоматически затемняется, полностью автомат. Бывают маски, соответственно, с настройками. Это как бы основное отличие маски простой от маски, ну, чуть-чуть подороже, скажем. То, что у вас есть возможность немножко изменить настройки. К примеру, компьютер считает, что вас не слепит, а вы считаете, что вас слепит. Соответственно, вы можете немножечко докрутить уровень затемнения, и вас перестанет слепить. К тому же, есть такие функции, как вы можете полностью выключить маску, соответственно, поработать болгаркой, защитить лицо свое, она не будет срабатывать. Если же вы ее включенную попробуете поработать болгаркой, она будет срабатывать, вы ничего не увидите. И есть также у нас с этой стороны уже добавлены настройки чувствительность и время задержки. Вот. Чувствительность — это, так скажем грубо, от какой у вас искры она сработает, маска закроется. Если мы добавим слишком высокую чувствительность, к примеру, вот, и она будет постоянно так моргать, затемняться, вы только электрод немножечко, ну, там, кстати, даже еще дуга не зажглась, а уже будет срабатывать. Или там блики какие-то, солнце или что-то, оно будет срабатывать. Поэтому вот есть возможность убавить чувствительность и добавить. И задержка, то есть как быстро электрод, откроется у вас маска, то есть чтобы вас не ослепило. Вот. Есть также маски, но здесь также, как мы видим, встроен аккумулятор, он рассчитан на весь срок службы маски и уже ничего не меняется. Есть маски, которые у нас с возможностью поменять батарейку. Они работают на встроенной батареечке, такая маленькая батарейка. И здесь или они могут быть мизинчиковые, могут быть пальчиковые, вот, или же таблетка. Вот как в данном случае у нас на маске MS3 Ресанта фирмы, тут у нас маска как таблетка такая большая. О, это батарейка как таблетка. Вставляем ее, меняем и все. И здесь есть возможность теста, то есть вы можете проверить работоспособность маски. Когда вы нажимаете пальцем на нее, она срабатывает, на эту кнопочку. И, соответственно, также можете выключить, и маска перестанет срабатывать. Можете поработать болгаркой. По продажам нашего магазина, скажу вам так, что большее поголовное большинство людей не заморачиваются, покупают простые, самые вот эти дешевые автоматические маски и работают. Внутренний аккумулятор не сядет, тут у него есть возможность подзарядиться от дуги. Вот, вы когда работаете сваркой, дуга зажигается, и, соответственно, здесь элемент стоит, который нам заряжает аккумулятор. Вот. Если же вы хотите, чтобы все эти настройки присутствовали, можно купить. Там, кстати, сейчас уже цены не особо сильно отличаются, там 300-400 рублей разница. Можно купить хотя бы, чтобы выключалось и затемнение можно было добавить или же убрать. По поводу головы, то есть вот одевать, здесь они у всех стандартно идет крепление, нажимаете, крутите, добавляете, убавляете. Это уже все простые настройки и регулировки. Какие рекомендации при использовании маски? Первое, не работайте, вернее, не трите маску перчатками. Когда мы работаем вот в таких вот перчаточках, в обычных или в любых перчатках, маска немножко запотела, мы берем ее, трем, и, соответственно, весь вот этот вот пластик затираем так, что ничего не видно. Не делать так. Вот. И еще, если долго маска хранилась у вас где-то в гараже или на балконе, там, неважно, но долго вы ее не использовали, то может такая возможность получиться, что вы ее достаете, а она не срабатывает. Вы подумаете, что она сломалась, понесете ее в сервис. Вот, с вас возьмут денег, а ничего не сделают, ее просто зарядят. Вы ее просто положите на свет, на какой-то, на солнышко, может, на 5-10 минут, и она начнет срабатывать. Все, на этом
небольшой, краткий такой обзорчик я вам предложил. Проходите на наш сайт, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.